прочитал молитву, зарезал курицу. Мужчина должен делать все. Мужчина должен уметь делать все. Даже роду принять, если это необходимо. В жизни всякое бывает. И вы не знаете, какое испытание вам пошлет Создатель. Либо зарезать эту курицу, либо принять роды, извините за тавтологию. Может быть, чью-то человеческую жизнь спасти. Я говорю своим ребятам, ребята, в жизни человек должен уметь, если не все, то почти все. Я, например, собираюсь взять уроки в вождении самолета. Намереваюсь. Не потому, что я так страждую самолет. Нет. Потому что я должен иметь представление. А вдруг пилот сдохнет по дороге? Что-то с ним случится или приступ сердца? То я должен через штурвал и посадить самолет, спасти остальных. Вот такая химера. Шалом, шалом алейхем. Получится хороший бульончик из этого цыпленка. Шалом.